Предыдущая встреча соперников закончилась для россиян поражением, но на сочинском поле красноярские спортсмены сразу начали вести в счете и выиграли 24-7. Это их вторая победа в турнире. Мы можем говорить сегодня, что мы обладаем в России командой, которая может играть в топ-лигах. Вот задача была, и команде я как раз говорил, давайте мы все-таки эту ситуацию сейчас докажем, что мы на самом деле имеем сегодня уровень. Предыдущая встреча соперников закончилась для россиян поражением, но на сочинском поле красноярские спортсмены сразу начали вести в счете и выиграли 24-7. Это их вторая победа в турнире. 23 января красноярцы встретятся с командой «Коннахт». Играть будут на родине соперников, в Ирландии.